Всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами научимся отпускать правильную высоту в параллелограмме. У нас дан параллелограмм ABCD. Параллелограмм — это такая фигура, у которого противолежащие стороны параллельны и равны. То есть AD параллельно BC, и они равны между собой. AB параллельно DC, и они тоже равны между собой. Давайте попробуем отпустить высоту с точки А. Высота с точки А отпускается на сторону BC, но не именно на отрезок BC, а на продолжение стороны. Вот она. Высота отпускается под прямым углом. Продолжение сделаем зеленым. Попробуем отпустить с точки B. С точки B в данном случае у нас высота отпускается на сторону AD, тоже под прямым углом. Попробуем отпустить с точки C. С точки C высота отпускается на продолжении стороны AD. Продолжение сделаем тоже зеленым. И с точки D высота отпускается на сторону BC. Если внимательно посмотреть, то у нас все высоты в данном случае равны между собой. Хорошо. Мы знаем, что с каждой точки можно отпустить параллелограмме по две высоты. Давайте попробуем отпустить с точки А. Ну, мы уже нарисовали. И попробуем вторую нарисовать. С точки А высота будет отпускаться на сторону DC. Не именно на сторону, а именно на продолжение стороны DC. Попробуем продолжить данную сторону. Опять же зеленый. Вот она. С этой стороны. Так как у меня здесь линейки нет, а нужно отпускать под прямым углом, я здесь нарисую прямоугольник. Она у нас крутится. И попробуем его покрутить вот так. И от точки А под прямым углом на продолжение стороны DC. И красным от точки А отпускаем высоту. И нашу линейку попробуем убрать. Вот у нас получилась высота. А теперь попробуем отпустить от точки С. Опять же ставим. И чертим. Убираем. Мы отпустили от точки С. От точки Б у нас высота отпускается на сторону DC. Ставим нашу линейку под прямым углом. И отпустили высоту. И осталось от точки D. Опять же нашу линейку мы уже ставим на сторону AB и от точки D. Сегодня мы с вами научились отпускать высоты в параллелограмме. У нас получилось 8 высот. Получается, с каждой точки можно отпустить по 2 высоты. Не забудьте подписаться на канал,
Если понравилось видео, ставить лайк и нажать на колокольчик. До новых встреч!